Я с детства хотел быть похожим на своего отца, потому что я видел китель, полный орденов и медалей. Я видел портреты у нас на стенах. И отец у меня занимался, был музыкантом, да, потом началась война, и он стал воином, а потом стал хирургом, травматологом замечательным, лечил людей, потому что он сказал, что после войны другой профессии, как доктор, он для себя не представлял, когда его комиссовали из армии. И вот я с детства хотел быть вот таким. И я, в принципе, все осуществил. Все, о чем я мечтал в детстве, все осуществилось.